Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить The Dark Pictures антологии Man of Medan. В прошлой серии мы с вами офигели. Одного перса уже все потеряли, к сожалению, из-за череды случайных обстоятельств. Можете посмотреть серию, там, да, там вот... Ссылка в описании на плейлист, в принципе, там будет, да, и в правом верхнем углу там на серийку будет сейчас, вот, ссылочка тоже, да, подсказочка, можете посмотреть, а лучше вообще самую первую посмотреть серию, прикольно. Я очень интересно, говорю, очень прикольно, скримлер я не ожидал, что такое будет, но есть скримлеры, которые не страшные, да, которые предсказуемые, а есть, которые прям неожиданные. Да уж, очень интересная игра, очень графонистая, очень красивая. Пройдем до конца, и повторюсь, я попробую всех засейвить. В любом случае, это мое прохождение, и какое оно будет. Мы увидим. Финале. Как я знаю, эта игра вообще не длинная. Вроде как. Вот. Поэтому Саша, поудобнее. При этом пить, кушать, приночи, пить кофе, пить или пить воды. Приятного вам просмотра. А мы начинаем. О, привет! Так, ну шо. Let's go. Записываю подряд, кстати. Так, мы с вами снялись здесь, да? Попали на тот самый Титаник или корабль. Не знаю, не Титаник. Короче, корабль, который был в самом начале. Ну пройди. Интересно. Интересно. А ну-ка. Чё, дурак, что ли? Мальчик. Понятно, мальчик. Весь этот корабль — плавучая могила. Это да. Вроде ничего такого больше нельзя было тут посмотреть, взять и тому подобное. А можно отсюда уехать, пожалуйста? Ничего такого нет, чтобы посмотреть. Опа, ушли от них. Я не подписывалась на этот ужас. Никто не подписывался, откройте секрет. Ну, давайте разделимся как раз. Не хочу на этот корабль. Не хочу даже и знать, что мы там найдем. Не, идем дальше. Что они теперь с нами сделают? Миллер. Я даже не знаю, слушай. Ну, нам 100% нужно выбираться, мать, ты в курсе? Посмотрим, здесь может что-нибудь есть еще и... Ну, здесь нихуя нет, погнали туда, по прямой тогда. Погнали туда вперед тогда, посмотрим, что там. Встань. Какой-то Миллер. Что это? Уйди! Ты можешь уйти? Стоит он. Я хочу осмотреть каждый уголок, потому что это очень важно для нас. О, черт! Ну, это было предсказуемо, в принципе-то. Не так страшно. Как с угрем, да? Или как то он там, блядь, не угорь. Мать, может, ты посмотришь? Мать. Так. Internal Memorandum. Внутренний циркулятор. А, циркуляр. 14-я пехота дивизия. Пехотная дивизия. Завтра ты заменяешь Паттерсона в карауле. О, снова заболел. По случайному совпадению как раз тогда, когда ему надо нести вахту в отсеке 3А. Первая вахта в 0000. Даже смотреть СМ. Далее смотреть график нарядов. Секрет найден. Опять третий раз уже за неделю. Никому из нас туда не хочется. Хватит Паттерсону симулировать. Выполняй.
Опа. Забрали. Может, здесь что-то есть? Здесь дверька закрытая. Ладно, let's go. Нам же туда. Ольсон, я им бот ищи. Ладно, вы все марш в каюте. Всем темно! Дай фонарик! Спасибо. Опа. Ну да, зажигалка, которая, да, не намокла. Опа. Аккуратненько. Черт возьми, что это за место? Оно должно быть связано с маньчжурским золотом. Мы недалеко от тех координат. Может, этот корабль вез золото? Вполне возможно. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Конь не найдет помощь. Надо ждать. Что ж, я надеюсь, он сообразит, как найти нас по новым координатам. Волнуюсь за Конрада. Он же пулю поймал, когда мы сбегали. Он в норме. Будет в норме. Ну? Что там с Дюком? Я видел, как бандит забрал что-то с яхты. Крышку трамблера. Это важная деталь. Без нее Дюков Милан не поплывет. Надо ее вернуть. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Так, let's go, рассмотрим. Опа. Рассмотрим все это. Опа, на... Вот это что? СС. Ship Mascot. Что-то зачеркнуто. Или поцарапано. Причем самое... Что это за корабль? Очень странно, что здесь сохранилось. Бумажки всякие. Let's go. Привет, куколка. Я так по тебе скучаю, мне еще 3 месяца до отпуска, и я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. Страшно. 3 месяца. Я был с ребятами в увольнении на берег, выпил там немножко пива, но ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если понимаешь, о чем я. Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить. Этот парень, Миллер, он был сильно напуган. Пока я стою в карауле в трюмах, только дело, что размышляю. Внизу темно и страшно, другие парни видели, как вокруг кто-то бродит, но ты всегда в моем сердце и бережешь меня. Скоро я приеду, найду работу механиком, и тогда мы сможем пожениться и завести 2 детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю. Целую, Миллер. Понятно. Тот самый, помните? Который... Либо с которым мы играли, либо которого... Вот, короче, муков-то его нашли, что там, одежду. Это очень странно. Очень, очень. Очки.
Думаешь, ничего нет такого? Ну да, конечно, сейчас надвинет одна, да? Я промолчу, ребят, я промолчу. Эй, сюда, посмотрите. Интересно, почему все бросили корабль? Сука! American Aversion. Жестко б... 1947 года. Археологи пропали в Ираке. 24 британских археолога пропали без вести в Ираке в горах Загрос. Или Загрос, извиняюсь. Извините, пожалуйста, если я... Прошу прощения, если я неправильно называю. Как-то что-то неправильно, да, там озвучиваю. Называю какие-то слова, определенные названия. Вот. Экспедиция Ходжсона прибыла в королевство... Королевство в сентябре прошлого года для поиска. Короче, понятно. Подожди, мы отсюда можем? Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Trou du cul. Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Что, let's go, короче, мы поможем. Больше такого вроде ничего интересного у нас нету. Что там? Не могу открыть. Сюда. Может, вскрыть и выбраться? У нас нет выбора. Да, это выход. Предлагаешь стену пробить? Да, давай, ты же такой крутой. Кому-то надо их отвлечь. Будет шумно. Погодите, может, подопрем дверь изнутри? Давай подопрем. Ну конечно, да, ты сама. А, сосешь. Эй. Поможет мне кто-нибудь? Да, две девчонки получат двигать стол. Давай, блядь! Ну! Кто двинул стол? Блять. Спокойно. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Подожди тогда теперь. Мать. Опа, я так и знал. Здесь очень много интересного есть, я думаю.
Блять, может ты пройдешь? Опа. А, боже. Может. Их всех это распугало? Может быть, мужик, может быть. Блять! Ты что, дура? Понятно, блядь. Страшилки, да, значит, играем? Ну, ладно. Ох, ребят, не завидую тем, кто сейчас смотрит это ночью, да, либо поздним вечером. Не завидую. Так странно, что они все просто исчезли. Они как будто испарились, внезапно бросили все, что делали. Так же не бывает. Да. Угу. Это план, да? Вот Fall Bones. Закрыто, типа. Допустим. Угу. Да, игра, да. Очень интересно. Пошли, пошли, пошли. Очень интересно, что тут? Цвет так мергает красиво. Что это звуки, блядь? Так, ну ладно, допустим. Допустим. Может, Конрад добрался? Когда надо, он может быть очень находчив. Это не ответ. Тогда, да. Думаю, добрался. Класс. Ну да. Большой мотор. Значит, в моторном отсеке, да? Допустим. Что здесь такое? Это машинный зал. Ну, есть тут что полезное? Нет. Это ржавая древняя корыта. У нас современный двигатель. Нужна наша крышка трамблера. А, ну ладно. Опа! 19 июня. Я выявил проблемные места с хрупкостью конструкции, трещинами в некоторых секциях грузового отсека номер 1. Я поручил ремонтнику провести необходимые сварочные работы. Я посоветовал капитану не подвергать корабль большим нагрузкам, особенно в плохую погоду. Любое агрессивное маневрирование может привести к перелому корпуса. 20 июня я отреагировал на жалобу о том, что некоторое электрическое оборудование исправлено. Я обнаружил, что на контактах некоторых компонентов образовались оловянные усы. Я очистил контакт и добавил в припой свинца. Он прекратил замыкание, должен замедлить рост усов. Ох, ебать, читать. Грозовой шторм? Опа. Господи! Нам только грозового шторма не хватает. 21 июня я провел тщательную еженедельную проверку топлива, масла и жидкости в машинном отделении. Проверка показала уровень масла в цилиндрах ниже ожидаемого. Я напомнил персоналу машинного отделения, чтобы они внимательно относились к ежечасным проверкам и при потере давления оповещали инженера. 22 июня корабль попал в сильный грозовой шторм, начавшийся вскоре после полуночи. Молния вызвала дуговые разряды в подъемных тросах, висящих над палубой, что привело к ущербу. Смазка вскипела и повредила часть тросов. Ну, смазка. Та самая смазка. Осуждаю. Мне доложили, что основные проблемы шторм нанес электрическому оборудованию. Вероятно, этому дополнительно поспособствовали оловянусы. Несмотря на сильное волнение, сообщений о повреждении конструкции корабля не поступало. Чтобы провести полную оценку ущерба, мне нужно будет работать всю ночь. Я понял, короче, здесь больше ничего, да, нет? Ага, понятно. Довольно нормальная информация. Ну, окей.
Думаешь, брат еще на дюке? 100%. Я не знаю, что с ним, и с ума схожу. Надеюсь, он в норме. Я тоже надеюсь. Нужно надеяться на лучшее. Да ёпта, а можно? Толпа народу подозрительно бесследно исчезла. Куда они все подевались? Может, они при... Сейчас в трюме хотят устроить нам сюрприз. Что это, блядь? Держи себя, блядь. Спокойно. Ты шо, игра, не надо так. Страшно, очень страшно. Еще одна книжка. Давай, let's go. О, еще запись. Там кто нужно, прочитайте на паузе, ребят. Это очень долго сейчас читать, прям, ну. Если вам хочется, чтобы я читал это все дело, то напишите в комментариях, почему бы нет. Я буду всегда читать эту тему, но это тут слишком длинное все. Тут слишком длинный, как сказать, слишком длинный текст, и поэтому, чтобы не занимать время, да, вот, я не стал читать там. Если, ну, заходите, нужно будет, прочитайте на паузе, почему нет. Если вам это прям, ну, будет интересно, и может это как-то важно для... Может, это как-то важно для... Для сюжета, не знаю. Понятно. Так, что у нас за секреты новые открылись какие-то? В котором упоминается об офицере по фамилии Джонс и его отряде. Автор подозревает, что Джонс и его бойцы лежат в гробах, перевозимых на корабле. Написка с просьбой поменяться дежурным сменами. Кажется, солдат хотел сбежать назначения в караул. Письмо любимой, написано кем-то на корабле. В нем упоминается о том, что в грузовом трюме корабля происходит что-то страшное. Выброшенная газета из США датирована 1947 годом. Очевидно, в этом году корабль был заброшен. А вот так типа это меняется. Хорошо. Так, что-то еще интересного-то у нас есть-то, а? Ладно, let's go. Дальше. Так, где тут выход и шо? Тихо. Не нужно. Вот этих вот скримлеров не надо. По-моему, внизу что-то движется. Понятно.
ваша крышка трамблера. Уверена? Да, уверена. Я схожу за ней. Нельзя спешить. Другого шанса может не быть. Может быть, ловушка. Ну все. Глядите в оба. Это может быть ловушкой. Давай скажем. Кто-то идет. Не ори, я подожди, что происходит. Я не ору. Откнись, я хочу знать, где остальные. Опа, что-то с ним не так, что с ним не так. Идем за ними, не теряем их из виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так мы их обгоним. Я справлюсь. Да, блядь, справишься, мальчик. На корабле, который, блин, сколько уже? 50 или 70 лет, блин, затонул, как. Вдруг неожиданно появился на поверхности, и тут ничего не тронут. Странная тема, странная. Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это смотреть? Внутренний циркуляр. Всей команде отсек 7C преобразован на временную часовню до конца похода. Проходя мимо отсека 7C, все члены экипажа обязаны соблюдать тишину и вести себя уважительно. Подпись. Подпись. Капрал Мур. Капеллан. Хорошо. Допустим. Здесь что-нибудь может быть. Нельзя ничего упускать, нельзя. Ладно, let's go быстрее. О, так резко не поворачиваю. Так. Что это? Слышал? Что? Не слышал. Пу-пу-пу. Интересно. У меня сейчас будет скримлер, я думаю. Мне так кажется. Что тут творится? Давай разделимся нахуй. Ладно, погнали дальше, ничего такого нет. Погоди, мы здесь уже были. По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Мать, ты чё, мы здесь не были вообще-то. Эй, сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Да. Так, погнали, здесь очень большое пространство, поэтому здесь должно быть что-то. Что-то. Опа, я же говорю. Опа, на. Эй, осторожнее! Сейчас не время херней страдать. Мало ли что, может пригодиться. Да, это точно. Потому что. Без оружия гонять такое все здесь, на корабле. Осуждаем.
Пу-пу-пу-пу. Шо ты, мать? Так, опа. Суп дю жур, мадемуазель? Можно подумать, ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. Не смешные шутки, блядь. Дурак неумный, блядь. Так, давай посмотрим сейчас вон там, посередине пройдемся, то что-то, я говорю, много чего можно найти. Каких-то секретов, чего не секретов. И вот это очень нам нужно. О. Что, видите, даже не подсвечивается почему-то. Ну давай, скримлю. Господи, боже. Алекс, что там? Ничего, тебе лучше не знать. Что это значит? Почему не говоришь? Потому что. Что-то охереешь то, что там находится. Так, ну здесь ничего больше нету. Так, let's go дальше, получается. А это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Угу, сюда нельзя, окей. Что это? Я ничего не слышала. Нотебуки. Хорошо, давай, нотебуки, почитаем. Где же тебя? Кому нужно там, почитайте. Вот вам. На паузу там поставьте, почитайте, что я такой очень длинный текст. Но повторюсь, если вам интересно все это дело, то без проблем. Без проблем. Без проблем. Почитаем с вами все это дело, но не сейчас, пока что. Что очень много времени займет это все дело. Так, что тут? Что тут дальше? Что тут дальше? Я так близко сейчас сижу к экрану. Что-то видела, движение какое-то. Скажи, что тебе показалось? Джулия, просто возьми себя в руки. Не смейся надо мной. Что, я не смеялся вообще-то. Просто говорят, собери себя в руки. Попу, так, там, грудь. Здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. Отлично, так чего же мы тут торчим? А это что? О, да. Не станем. Я не буду. У меня есть интерес, хочу посмотреть. Мне очень хочется посмотреть, но я не стану. Не нужно беспокоить. Видите, хоть картина не работает, да, но я не стану беспокоить просто так. Помню. Что такое? Давай. Что там? Смотри,
Это что? Ты что, меня пугаешь? А? Там может, просто уйдем? Там мышь была просто, что? Блядь. Такое. Такое. Хороший ход. Хороший. Хороший скримлер. А побыстрее нельзя. Хватит экскурсий. Есть, мэм. Откуда этот звук? Какой звук? Ого. Да здесь идеально чисто. Чем? Не-не-не-не-не, дядь. Только не говори, что мне нужно к тем подойти, вот. Не надо. Давай. Если здесь и есть лекарь. Давай, скримлер, еще один. Ну ёбни, блядь. Аспирин. Проблем у меня полно, но хоть голова не болит. Надеюсь, вы не на меня намекали, мистер. Нет. Я тебе в лоб сказал. Какие намеки. Блин. Да. Твою мать! Эй. Сейчас не время валять дурака. Я серьезно. Я на пределе. Что? Не-не, пошли дальше. Ты видел? Что тут чел делает? Тут человека не было же. Ладно, пошли отсюда. Я не буду его трогать. Не хочу. Не-не, я их тревожить не собираюсь. Не нужно их тревожить. Не стоит. Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Попробуй только скример. Попробуй, блин. Давай. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно. А потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Пошли отсюда. Не будем их тревожить, не нужно. Не стоит вообще их трогать. Хоть и интересно, да, что будет, но не, не. Да уж, это совсем небезопасно. Это вообще небезопасно. Куда мы идем? Не твое дело. А, да? Нижняя палуба, мастерская. Найти способ сбежать. Куда мы, блин, идем? Где-то нам нужно сбежать, да? Делаешь, что он говорит, да? Он тебе не ответит. Стой. Чем-то напуган. Блин, где, как отсюда сбежать-то, ёб от него? До свидания, я ухожу. Всего доброго. Ладно, хватит! Выходите! Черт!
гребаный корабль проклят. СС. Посмотри. Медленно. Курс изменил. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Блять. Ну это такой еще лайтовый. С той мышью это было жестко. Не делай этого, прошу. Есть что? Боже! Боже. О боже. Вот этот. Этот парень сейчас здесь. С нами. Умер на корабле. Там и остаешься. Да ну. Бред какой ты несешь. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! На один секрет. Олсен! Мэр! Qu'est-ce que tu fais? Что ты делаешь? Что это? Бордель. Это что сейчас было? Что произошло? Это жестко. Да, жалко, что картина не показывается. Очень жалко. Дядь Петь, открой. Открыли. Бля, очень интересная игрушка, очень интересная. Эй. Есть тут кто? Да, есть.
А ну на. Не-не-не. Я чуть-чуть, блядь, я чуть-чуть всего лишь, видели? Посмотрел. Блядь, я увидел все, что нужно было увидеть. Ага. Не к добру все это. Я знаю, что не к добру. Блядь, страшилки ваши, вот не хочу. Брат, прости, мне нужно. Мне очень нужен он. Брат, мне очень нужен он. Не буду тебя тревожить, мне просто очень нужен он. Я думаю, ты видишь сам это. Блять, ну ёбаный сыр. А можно, пожалуйста, атмосферу не такую жуткую? Я прошу. Я прошу, не можно не такую жуткую атмосферу мне? Господи. Что здесь произошло? Не-не-не, не будем. Пизду. Не хочу. Что, блядь? Черт. Кого? Ах ты ж долбануться нахрен, что за сучий день? Мужика, сам не понимаю, уже, блядь, сижу, блядь, кирпичи низко отложил, знаешь. Ладно, так, погнали. Выше нос. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же! Так, ладно, короче, давай. Соберись. Соберись, тряпка. Давай, выше нос. Зря ты лезешь, зря ты лезешь. Вот дерьмо. Да. Я про то же тебе говорю. Так, ну нам либо он... Не, нам вон сюда. Я не хочу там прыгать. Блять, вы что, ебанулись? Блять. Эй, кто здесь? Блять, я еще это на полной очень... громкости играю. Да ну нахуй просто. Там дверь есть. Ну вот сюда пойдем, куда они пошли. Давай по их стопе, стопам эти. Ну вот сюда пошли. Блять. След Джулии. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Представляешь? Не. Блять, скоро. Я реально с этой игрой просто. Подсвечивается, ну, естественно, блядь. Понятно. Не, давай не будем никуда заходить, я не хочу. Просто, блядь, не хочу никуда заходить. А придется, да? Придется, да?
Тихо. Драка между членами экипажа. Зачинщик ряд Вагнер арестован. Вспышки носили по всему кораблю. Необходимые инструкции. Тихо. Свет включился, что, блядь? Что-то как-то светло, да, здесь стало? Очень странно. Я так не хочу. Святая Матерь Божья. Ебать. Что здесь произошло? Не-не, мужик, давай не будем их трогать. Пехота с ШСА. Че, рискнем? Давай, ладно, один раз. Ладно, все, ничего не было, значит все, пизду. Эй! О, черт! О, супер! Отлично, зашибись. Че же, дверь не откроется, да? Это просто пизда, не игра, нахуй. Блять, вот такого я не ожидал. Я даже вот этого, чтобы вы понимали, я вот только вот чуть-чуть начало помню, возможно, и может какой-то примерный финал, блять. Но вот этого всего, блять, я вообще не помню. Я думаю, по моей реакции видно. Нет, сраку, не буду ничего открывать. Игра, иди в пизду. Твою хоть без, блять. До свидания, блядь. Не-не-не, погнали. Ну его нахуй. Мужик, в пизду. До свидания, блядь. Я не хочу с вами дружить. Что это за звуки? Открывай дверь быстрее. Не буду ничего смотреть, не хочу. Рот ебал, блядь. Они рядом. Нет, пизду, даже ничего нажимать не буду. Вообще все равно, не хочу ничего. Может, они там? Нет, мужик, они вон там. Не-не-не, нет. Сука, блядь, только движение надо. Так, а для чего мы сюда пришли? Туда не заберусь. Давай. Блять. Очень страшно. Алекс, Джулия, эй! Пу-пу-пу, блять. Тут скримлеров очень много. Вам не кажется так? А мне очень кажется. Я не кто знаю, здесь? Мужик, быстрее иди. Убирайтесь. Мужик, иди быстрее, пожалуйста.
Да. Понятно. Нет, я ничего не слышу. Ничего не слышу. Ты обманываешь сам себя, блядь. Скелеты? Где ваш аккорд? Похоже, какие-то разборки. Сука. Ну давай, пох. Старшему помощнику Фишеру, сэр, вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью. Мы отправили радиограмму в указанное нижнее время. До часу 40 мы принимали посторонние сообщения в эфире, однако после не было принято ни единого нового сообщения. Возможно, произошел сбой в нашем радиооборудовании. Я изучаю ситуацию и доложу не позже 3 ночи. Попробуй, блядь. Лежи просто. Не нужно. Не, вот его лучше, конечно, вообще не трогать. Опа! Вот это нам надо. Вот это нам надо такое. Да, сейчас по кругу пройдемся, может здесь что-нибудь есть еще. Пробуем открыть. Ну, я думаю, нам скорее спрыгнуть нужно будет. Вот, у нас хотя бы какое-то оружие теперь есть с тобой. Гаечный ключ здоровый, видел, какой здоровый, блядь. Как мы член... Что? Ну да, как мы ху... Что? Кого? Давай, блядь. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Да? Не надо. Да, вспомни слова. Что тут происходит? Все не так, как кажется. Все, ну, действительно не так, как кажется. Уля. Все в действительности не так, как кажется. Сосем, блядь. Заставили ее. Фу. Блять, что творится вообще? Скример, у нас скример, блин. Заставили все. Фу. Господи, что это? Сука, за один нас видел? Видел? А я видел, блядь. Неженцы.
Я думаю, ее не стоит читать еще. Подожди, пошли. Охуенно. Четвертак. Только попробуй, только попробуй. Мать, у меня такое же лицо сейчас, ты понимаешь? Мне тоже не до смеху. Что здесь еще можно? Да ёпта! Здесь реально мы чуть-чуть. Очень большое пространство. Здесь очень много чего есть, скорее всего. Всяких. А, да? Не, не хочу на пианино играть, спасибо. Так, здесь очень много, скорее всего, чего есть, каких-то секретов, чьи не секретов. Угу. Че, смеешься? Это что, блядь? Угу. Угу. Ну пошли, блять, ты шел, блять, мать. А, ты по скриптам же двигаешься, да? Точно, я забыл. Какие-то следы. Говори. Пошли к дверке. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Пизду. Рот ваш шатал. Нам не стоит трогать эту тему. Мать, вообще не стоит. Вообще не стоит, я думаю. Мать, не стоит. Нет, не стоит. Не стоит. Я не буду трогать. Я просто пройду в дверь. Мать, не стоит. Глюки, да, были у нас? Не-не, мать, вообще, вот вообще не стоит. Я считаю, что это будет неправильно, поэтому мы не будем их трогать. Зачем беспокоить? Сама говорила, зачем беспокоить? Да, сейчас вот по-другому, конечно.
Давай выбираться сюда. Что? Почему она висела в воздухе? Мне кажется, скоро скример должен будет быть. Вот оно было. Ты чё? Брэд, стой! Какого хрена? Стой! Какая-то херня, блин. Ясно, мальчик в крысу, да? Нет. Нет. Ну давай, скрип. Так и знал. Спасибо. Чуть не утонул. Надо уходить. Он все еще здесь, этот тип. Черт! Thank you.
Почему он похож на него? Что за х... Непонятно ничего, но очень интересно. Черт! Надо засейвить, засейвить, засейвить. Продолжить, продолжить. Вообще непонятно, что происходит. Слава богу! Да я, это я, бежим! Боже! Нам нужно укрыться! Фу, все засейвили, всех засейвили. Фу. Здесь безопасно? Думаю, да, здесь мы будем в порядке. Ага. Опа. Ну. О, привет. Здорово, здорово. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Не так ли? Надеюсь, нет. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Давай. Дать подсказку. Давай, 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 давай. Не хочу спойлеров. Мне, мужик, нужно. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Да, я уже понял, что... Все, что нам кажут, не является явью, действительностью. Блять, что... Что за херня с тобой творилась? Брэд, тебе же крышу снесло! Ты чуть меня не убил! Что? О чем ты? Да ладно! Что за ерунду ты несешь? Что за...
за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат, они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом, с лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Корабль попал в какой-то страшный шторм. Об этом есть подробная запись в судовом журнале. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Стрёмное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как будто бы склеп, а не корабль. Так откуда все эти трупы? Видимо, умереть от страха все-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. А это мы сделаем в следующей серии. Да, спасибо за просмотр, бля. Да, скримлеры эти, конечно, да, жесткие. Очень жесткие. Просто... Я не знаю, это... Давно я в хорроры не играл. Эти страшилки ваши. Я уже думал, что тут просто такой проходняк, знаете, на выбор что-то. Ну, вот, тут просто пройти тогда спокойно так... Без всего, без страха, без всего, без всяких скримлеров. А тут на, вот так просто в лоб, и все. Но игрушка очень прикольная, мне нравится. Спасибо за просмотр, ребят. Такая серия получилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вам несложно, мне приятно. Ваша поддержка мне в первую очередь, да. Меня это как минимум, ну... Вы меня так поддерживаете, меня мотивирует делать дальше вот такие вот подобные ролики по таким играм классным. Поэтому вам ничего это не стоит, там, секунду потратить, а для меня это уже прям реально восторг, и для меня это очень огромная поддержка от вас. Спасибо, Сарни, кто это сделал. Спасибо огромное. Телеграм-канал на ваших экранах, там просто инсайды и уведомления о видео. Просто стиль вводить, там, или ссылку вводить, ну, ссылку там, да, заходить в описание, ссылку, блядь, вот это вот набирать в Телеграме, да, вот это все. QR-кодик на экране берешь, наводишь камерку, просто все, и все уже в Телеграм-канале нашем, да. Там просто уведомления о видео есть. Просто иногда YouTube влагает и вовремя не присылает тебе уведомления. А так хотя бы ты будешь первым или одним сверху узнать всегда, абсолютно всегда, когда выходит новое видео, новая серия, либо какой-нибудь влог. Ну, это так. Это так. Просто вброс, вброс. Вот. В принципе, все. Спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.